Сегодня утром центр Красноярска встал в гигантскую пробку. На 11 утра дорожная ситуация оценивается в 5 баллов. Серьезные заторы на Марковского, Ленина, Винбаума. Стоят Брянская, Игарская, Перенсона, Качинская, Шахтеров. Причина – ограничение движения из-за ремонта теплосетей. На Ленина в районе домов 86 и 88 закрыты 3 полосы и 2 полосы на Перенсона на перекрестке с 88-м домом по улице Ленина. Пешеходный переход временно перенесли в район Ленина 90. Возобновится движение по всем полосам в полночь 18 июня. Водителей же и пешеходов просят рассчитывать время в пути с учетом возможных заторов.